Городские мемориалы готовят к 9 мая. До праздника осталось не так много времени. На территории воинских захоронений в местечках Балино и Сосниво кипит работа. Красят бордюрные камни, подметают аллеи, сгребают ветки и прошлогоднюю листву, протирают памятники. Есть работы, которые плановые, в основном осуществляются. Соответственно, часть из них уже выполнена, часть из них, вы видите, что вот в настоящее время выполняются сроки, там у нас 1-2 дня поставлены. Это традиционно, скажем, косметические процедуры, то есть смотрим, что за зиму, где, как говорится, откололось, где что-то подкрасить, поправить, поменять. Просто навести чистоту недостаточно. К памятному дню территорию захоронений нужно украсить. В этом году на мемориалах высадят более 2500 цветов. Сажаем в основном бархатцы по территории обоих мемориалов. Мемориал «Скорбящая мать» и «Солдата». Поскольку они более такие устойчивые, и цветут до самой осени. В праздник на кладбище съедутся ивановцы. Чтобы защитить посетителей, территорию мемориалов обрабатывают от клещей. В планах, то есть обработка у нас 1,2 гектара. То есть если брать площадь обоих кладбищ. Вот, ну, сегодня мы видели уже даже здесь специалистов, они здесь обработку закончили. Соответственно, под обработку попадает у нас территория мемориалов, вот эти вот, и территория около административных зданий. В уборке городской администрации помогают волонтеры, среди которых и военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, и просто неравнодушные ивановцы. Все работы должны быть завершены уже 8 числа, чтобы в День Победы мемориалы были полностью готовы к встрече гостей. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.